На улице Грибоедова минувшей ночью произошло настоящее ЧП. Со стены абсолютно нового, еще гарантийного дома рухнула обшивка с утеплителем. Пострадавших нет. Единственной жертвой происшествия стала несчастная «Лада Калина», которая была припаркована аккурат под рухнувшей конструкцией. Вчера где-то 8:30, случилось... Как говорится, неприятность, которая называется брак в работе или безалаберность строителей, застройщика. Нам, честно говоря, это удачно так повезло, то, что никого не было. На место прибыли всевозможные инспекции, специалисты и представители застройщика, которым, кстати, является строительная компания «Крепость». Вот что значит ирония судьбы. Вот такая крепость. Единственное, пострадал автомобиль «Калина». Сейчас сделают оценку, независимую экспертизу, какой ущерб будет. Хозяйки автомобиля обещали возместить все убытки. Территорию огородили, а рухнувшую стену начали латать. Но как прикажете все это понимать? Дому ведь всего 3 года. Гарантия от застройщика 5 лет. Вот жильцы и боятся, что случай этот не последний, и понимают, что с каждым годом вкладываться в свое жилье им придется все больше и больше, если уже сейчас его стены рушатся.